Всем привет в уголке любопытного геймера. Любопытный и Ичи приветствуют вас. Привет, дорогие друзья. Мы продолжаем бежать Borderlands 2. Прервались мы в середине миссии, где очень-очень много коварных летунов. Задолбали они, если честно. О, какое поселение. Патронов нет вообще. Да, не говорю, с этим реально напряжка. У меня для снайперки 30 патронов всего. Вот ты везучий, у меня вообще их... Хотя, да, сейчас последнее вот... То, что успели набрать. Достаточно много успели нахапать и... Ох, сколько тут появилось-то, а? У меня на снайперку появилось тоже достаточно. Так... Еще двое положили. Ох ты, нифига себе. Критический урон 11200 там пролетел по кому-то. Там бегают злые гномы какие-то, что ли? Да не говори. Они так, знаешь, говорят, такое ощущение, как будто им яички подрезали, и они вот так вот орут. Причем с особой жестокостью, как в этой, в Игре Престолов, да? Ага. О, готово. Да, этот момент этот самый для меня больной был. Не, самый больной для меня момент — это красная свадьба. Даже без вопросов. Ну, тоже, в принципе. Но я знаешь, ну, я думаю, это спойлером ни для кого не будет, потому что... А вот для меня, между прочим, было. Я вот ждал, пока он выйдет, и все вокруг говорили про эти... про Игру Престолов. Мне было очень сложно вовремя закрывать уши. Ну, потому что... Тут метательная электрическая граната, извиняюсь, перебью. Метательная электрическая трансфузия. Это, нет, ну, граната, короче, всего. Нафиг электрический. 1000 умноженная на 4. Электрическая — это не моё. Так. О, сейчас я им... Да, честно говоря, эффекта, как правило, от нее не вижу. Я их протроллил там немножко наверху. Я им Голиаф разбудил. Он их теперь там бегает, прессует. Так вот, для тебя это было... Что именно? А вот ты начинал, я тебя перебил, для тебя это было... А, мне сложно было зажимать уши вовремя. Все рассказывали. Я смотрю сериалы обычно, знаешь, вот сезон третий я смотрел, когда вышла 9-я серия. Я знал, что со дня на день выйдет 10-й. Ух! Нифига себе, меня гейзером подбросило. Развлекуха. Ну это тоже своего рода приятная такая штука, когда начинаешь уже смотреть, когда это все есть. Так вот, я поэтому... Я не знаю, что все эти сериалы построены, на принципе, на самом интересном месте. Да-да-да. Хлоп и выключу. И это сделано для маркетингового хода, чтобы... Ну, естественно, естественно. Скажем так, наращивалось ожидание. Я все понимаю, но мне от этого полезно легче не становится. Контором. Слышь, я стою прям под этими засранцами, короче. Точнее, прям над ними, блин. Ну, а я... Думаю, что за нафиг, блин, тебя стреляют. Сейчас я им там гостинцев накидаю. Где вы тут? Ой, я перешел на обычную там раскладушку. Вот обычно думаешь, как бы попасть в голову, и не попадаешь. А с Голиафами думаешь, как бы не попасть в голову, и все равно попадаешь. Ну не говори. Ой, ты что, Голиафа вызвал? Да. Я-то между ними там бегаю. Блин, еще мне карлика не хватало. Сейчас пробегу. Где этот придурочник? Давай, карлик, иди сюда. Иди сюда, сказал тебе. Сдохни. Эй. Вот. На. На. Есть. Запистонили. Вот вот. А то. И синхронно перезаряжаться быстрее. Да. Ну, у нас, кстати, физически синхронно не получится. Ну да ладно. Это уже мелочи.
Блин, сколько хлама всякого бесполезного тут валяется, а? Так, раз я с геймпада ушел, возьму-ка я свою мышку игровую. С ней. Че, тебя подождать? Играть. Да нет, она, господи, на подставке рядом. Сейчас надо все обшарить. Хоть собрать патронов. Да что такое? Опять ты, как ты меня задрали, эти твари. Странно. Да ёшкин кот. Вот решил похвастаться, у меня мышка не работает. Сейчас я снесу его. Все уже. Как они не вовремя выпрыгивают, а? Да, меня тоже, правда, насували. При смерти был. Так, ладно. Вроде живой. Так, готов? А чё ж ты не работаешь ты, подруга моя? К чему? Ну, к жесткому старту. Тут очередное знамя. Сейчас начнется. Давай запускай, чё. Аптечек рядом все равно тут нет. Не при делах. Неслась. Зачем? Что зачем? Людям экшен портить. Драйвера обновлял. На Razer. Из-за этого. Отключилось. Ух, там прям. Есть. Вот классный так. Был выстрел. Вот так сняло. Ух ты ж, блин. Так. Ой, ты ж, блин. Так, я сдалека тут снайпер, ничего, потихонечку снимаю все, что движется. Там рядом с тобой прям чувак. Да, я вижу. Я к этому был готов. Только я не был готов к такому количеству их нему. Все прям с моей стороны повылазили, гады. Одурить не встать. Со мной прямо рядом, чувак. Кого-то бьет. Не меня почему-то. Странно. Holy shit. Какого? Да-да-да, его только его надо при смерти чуть-чуть оставить. Ты его убил? А нет, ты его не убил. Засранец вылетел электричеством, хапнул я и тут же помер. Фига себе, так, это какой, что вот за мега карлик? Да-да-да, он этот. Охренеть. Карлик плюс еще Галео, этот Голиаф. Меня еще электричеством вломили. Вот он меня тоже все жизни выкосил, уродится. Но знаешь, почему так получилось? Он щиты выбивает, а потом начинает лупить. Щиты как бы это. Дальше. Наша защита основная. Ох ты, ты что там присел? Но это все равно лучше, чем снайпер, знаете. Так, я его сейчас грохну. Побойте. О, вот неплохо из-за него дальто. Опять понеслась. Ага. Электричество, да. Уже. Блин, сбоку. Так, я обойду сейчас его сзади. Вот так. Вроде ни к чему. Что-то у меня в этой игрушке, я не знаю, из-за чего это связано, FPS периодически проседает. Да? А у меня вроде нет. Ну, бывает, знаешь, так, играешь, хоп, до 20, потом отправить все, вот, окей. Нифига себе, слон. Я заметил. Сейчас ему там такой херак будет. Я все свои гранаты в него кинул. Есть. Ай. Это не есть, братишек.
Это еще хуже сейчас мы сделали. Нет, готов. Супер. Но он там в галеона большого Голиафа превратился. Фух. Правда, мы его так... В галеона? Это ты, по-моему... Ну, я-то поправил ты. Что-то другое вспоминаешь. Я... Ну... Так, надо подсобрать, что тут было-то. Барахлишко полезное какое-нибудь. Кстати, порт-рояль не понравился мне. Так, не понравился? Смотрел уже? Жестокий пистолетик, да. Час поиграл и удалил. Это очень старая, скажем так, игра. В смысле, не в свое время вышло? Да. Это надо было 2000-х, скажем так, 2008-2007 года выпускать. Такое было раньше популярно, а это уже, ну, скажем так, на любителя. Я не буду ее сильно уж жулить, но слишком перегруженный интерфейс и тому подобное дрянь, это даже в стратегиях сейчас уже редкость. Так, во. После всяких сёгунов. Нашел какой-то секретный ящик. Играть. Секретный ящик. Качественные проекты. Очередная миссия. О, карта сокровищ. Sounds like that dude was talking about the lost bandit treasure of Old Haven. If you find the pieces of the map, you could be the first person to dig it up. Sounds like bandits have the map pieces, but there's no way to know which one's got it. Just keep killing bandits and hope for the best. Понятно. Чё у меня глючило? Чё такое? Я думаю, чё FPS подпадал. Да, у меня этот... Программка для под этот типа драйвера управляющего подмышку с ошибкой вылетел, поэтому подтормаживал. Знаешь, прикол такой древний, когда вылетает какая-нибудь хрень, ошибка или что-нибудь, и фоном вот Ваське кто-нибудь написал, некоторые игры из-за этого лагают. Ага. Что вот это моргает постоянно. Вот накладывается вот это вот моргающая хрень. Кадры нападываются на поверхности. Вот. Фоном, то есть, обрабатывается и то, и другое, поэтому он тупит. Частенько, кстати, бывает в разных играх такая штука. Кишки. Так, там наверху снайпер один, как минимум. Да ну где? Покажите мне его. Ух ты! А все, его нету, я его грохнул. Он набежал-то народу. Сгорел на работе. Ты на самый верх подниматься будешь? Не, нам просто нужно продолжать убивать бандитов, как нам сказали. Понятно. Ну, две подсказки уже есть. Ну, как мы тогда языки скагов собирали? Просто мочим. Из них выпадает. Так и хочется сказать, и на этом фантазия разработчиков закончилась. Ну, здесь это возведено в ранг культа. Ага. Они здесь как бы сами троллят такие банальные эти элементы игровые. Ну, это хитрожопый такой маневр. Ну, скрыть, да. Собственные недочеты. Вроде как я и троллю, да, а вроде как мне и действительно придумывать больше ничего не надо за счет того, что я себя оправдываю троллингом. Круче всех все равно никто не троллил, чем с этот Death Spank. Не играл в такую игрушку? Подожди 5 секунд, у меня тут Голиафы, 2 штуки. Мне чуть тут не до этого было. Но они, по-моему, уже умерли. Хорошо, мне присыпали. Одного электрического, да, ты подбил электрическую хрень? Нет, вообще ни в кого не стрелял. Да нет. Он сам себя подорвал, значит. А, там еще один был. Но только еще не это. Скажем так, не мутировавший товарищ. Ох, какой качок идет, а. Халк прям натуральный.
бегает кислотой, плюется. Так, я второго Голиафа убил. Нет, он блюет кислотой. Наносит дополнительный взрывной урон. Сложный инвентарь. 374 урона. Автомат. Ух ты, ко мне гном материализовался. Падла. Сейчас меня еще грохнуть может. А где? Где ты? Ты наверху, приходится что ли, катапультироваться. Да, все, все, я рядом с тобой уже. Сейчас он сюда прибежит, падла такая. Вот, я прям в жопу насую сейчас. Коротыш кошмар. Ах ты. Гадный дядя. Ты его убил его? Ай-ай-ай-ай. Что за хрень? Им не досталось. Я не знаю. Ну я вроде бы ничего не делал тут. Да не этот, не ты. Ты... Поздно. Я в огонь залез. А, я понял. О, готов. А он еще живой был, ах ты. Да. Блин. Вот он. Еще пописать на тебя кислотой, гад. Вот он мало меня пришпилил. Хоть. Блин. Хрень какую-то собрал случайно. Рефлекторно. Так, ну где же наши? Ну где же вы, девчонки? И мальчонки. Куда все подевались? Угу. А, так нам можно не только... Блин. Тут. Нам можно и там, и здесь, и везде. Что такое? Что тут творится-то? Да. Оценил. Оценил, оценил гранату. Ну. Кидаешь, она автоматически клеится к врагу. Сама наводящаяся взрывается. Мифическая сила. Какой-то вылез, дядя. А, я думал, как это крутой дядя. Как я устроил ему? Вот там этот. Да, его только на... за раз. Блин. Оу, щит. Драп, драп. Вот так я сейчас кину. Отлично. Ну. Фуф. Пробиваемся потихонечку. Что-то вот из этих. Впереди аптечка лежит, берите. Подсказок больше что-то не выпадает ни с кого. Не дают собаке миссию завершить. О-о-о. Нифига себе, тут и вниз куда-то ведут ходы. Интересно, вот мы же по разветвлениям сейчас играем, да? Интересно, сколько займет прохождение игры без вот этих вот мини-миссий, скажем так. Чисто по мейн-квесту. Угу. Упс. Пиши ее от первой пиала. Так, отлично. Луплю. Замочили. Вот у нас из-под тяжка засранец один. Жопу нашу выпит. Я его грохну, кстати. Ой, блин. А сколько такой дядя, а? Ой, да чтоб тебя. Кто так лупит-то больно, блин. Блин. Где ты вообще? Я даже не вижу, падла. Странно. Не пили случай? Блин, стрелять нельзя во время воскрешения. Хотел двух зайцев. Кто меня убил, я так и не понял, если честно. А вон тот вот на той стороне. Чувачок. Так. Если бы у него такой урон был, я бы еще поверил. Ну, блин, сейчас опять эта фигня. Постреливал. Пять раз у него стрельнул в бошку и никакой реакции. А, холостыми стреляешь, надо. На тебе. Да не говори, блин. Блин, меня нервирует, что они карликов тут статус бога приводят, блин. Ну чёрт, ещё это прям, знаешь, это... Это такой толстый троллинг фейбл игрушки. Там тоже курицы были богами неубиваемыми. Ну, там их просто можно было пинать. Да, если ты пнешь ее, вот в последнем фейбле, если пнешь ее, то она вызывает этих маленьких
птенцов, и они начинают тебя мутузить, короче, за тобой бегать. При этом ты их убить не можешь. Нет, погоди. Не было такого в третьем Фейбле. Это может какая-то отдельная курица. Не, типа не в третьем, в последнем я сказал, которым. Так последний. Не, третий. Любая курица, которую ты пнешь, она вызывала птенцов и тебя лупили. Так третий, такой это есть последний. Толстый троллинг. Но значит, в ней было. Это я точно помню. Сам я не играл в него вообще. Но я знаю, что такая фишка есть. Ну что, может какая-то отдельная курица одна. Возможно, хрен узнает. А по-моему, вообще любая. Нет, любая точно нет. Я третью проходил, она у меня есть. Я еще с ней намучился с этим. А, да. Я еще парился с ней на этом, как его. Там же этот Games for Windows Live. А, я понял. Очередная у них истерия это была. Да, это убожеский этот сервис. Ну, а они все Steam копируют, что этот Origin, что... Ну, если Origin... Да не, они оба покорявые. И Origin кривой. Steam еще никто не переплюнул. Спорю, даже. Не переплюнет никогда, наверное. Потому что они всегда на шаг впереди идут. Как делает любой правильный бизнесмен. Блин. Что такое? Да чтоб вас, блин, сколько. Так. Кто смеет обижать? Ты меня убил, ах ты. Don't worry, you'll be fine. А, блин, ты опять убил того, кто меня убил. Да, 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 как ты в прошлой серии. Нет, в позапрошлой. Блин, надо менять оружие. Да, ты... Не, я серьезно полагал, что если я убиваю, то помогаю тем самым, так. Это фигня. Отлично. Баксы, баксы, баксы. Ты где вообще? Я сейчас оружие меняю. У меня патроны кончились. Надо взять что-нибудь, к чему у меня еще есть патроны. Да, кстати, насчет патронов. Винтовочку. Ракетница, да. О, вот к чему у меня дохренище патронов. А я что-то про нее забыл совсем. Такая классная хрень. Пистолет, пулемет. Маливановский. Маривановский. А мне где? Да, не говори. Только что хотел сказать, Вовочка. Так, стоп, куда это я? Куда я нас завел? Нервирует дизайн меня этих прибабасов. Ты сказал, можно везде убивать, и мы пошли сюда. Да, блин. Но отсюда не вылезешь. Вот отстой. Смотри, вот еще один раз. Винтовку показывают. 27 только. Хотя, думаю, тебе неинтересно, что будет. Так. Так, может тут просто не можно вылезти? Блин. О. Тут знаешь, что есть? Тут есть патроны. Я сейчас их покупаю. Пока рядом патроны, мне на всем насрать. Выживу. Так. Все. А, еще гранаты. Так, ты, тебе патроны нужны, пока не поздно. Патроны? Да пофиг, так интереснее. Да. Я, знаешь, интересно. Был прикол в этом, в первом бордере. Играл я в него. Там вот эти вот модификаторы, ну вот классовые. Ну, знаешь, которые доступны там только такому-то классу. Вот. Они разные были. Ну, я этот. И мне, короче, попался какой-то, в котором была такая фишка регенерация патронов. То есть медленно, но они так восстанавливались. И я, короче, смотрю, а у меня патроны восстанавливаются. А мне вот эта тема с менеджментом патронов очень нравилась всегда. Вот. И я смотрю, а у меня они восстанавливаются. Я думал, что за черт вообще, как так? Я чувствую, что мне становится неинтересно играть. Так хотя бы, знаешь, нехватка патронов, интерес какой-то сохранялся. А тут вдруг бац, и никакой регенерации. А я понять-то никак не вкуривал, в чем дело-то, почему у меня эта регенерация была. И я, короче, прикинь, заново перепроходил игру, ну, там, до какого-то уровня. Да, по-моему, 18-й у меня тогда уровень, что ли, был. Вот.
Только чтобы у меня не было регенерации патронов. Я думал, ну игра заглючила. И началась у меня вот эта вот фигня такая. Красавчик. Вообще. Вот. А потом после этого поиграл, нашел вот эти вот модификаторы классовые. И понял, что напрасно я это делал. Да, ты-то понял, сейчас я тоже пойму. Че такое? Что сдохнул? Да ладно. Догадайся с трех раз. Фига, кто это тебя так-то обижает? Так. Карлик один на один, подожди, только не убивай его. У нас с ним дуэль, и я его сделал. Да, я вижу уже. Так. Уже вижу. Фуф, да выпрыгнул, падла. Как черт из табакерки, блин, я даже не ожидал. Как это обычно, собственно, и бывает. Ты уже до этого они чуть-чуть раньше матерился по этому поводу. Стали встречаться, да? Карлики-то. Да, вот это я точно заметил. Очень часто выпрыгивают. Слабые, не слабые, всякие разные. Сколько бросал? Так. Эх, черт. Хотя ладно. Так, надо взять еще один левый квест. Самое прикольное, что карлики могут выпрыгивать даже из картонных коробок. Вот из таких маленьких картонных коробок. И у меня сразу ассоциация с этим, с Metal Gear. В коробке лазит. Да-да-да-да. Так, я не понял. Во! Свершилась четвертая подсказка. Там карлик, кстати, мелкий был. Ого! Кто меня так сыпанул? Ну, уходи на бой. Блин, вот опять лети. Но летуны хоть не постоянно. Ну, лети сюда. Сейчас вот сюда поставлю птица. Свою. Да, лети сюда, птица. Вот так. Эх, тебе. Чё ж я раньше-то его не достал? Какая хорошая штука против летунов. Просто в раз. Всё. Этот владовский пистолет. Да. У него там скорость-то бешеная, блин. Да вообще. Правда, патроны? Всё. Были-были и не стало. Так, слушай, блин, а где же этот квест? Ядрить его, колотить. На вот этой высокой-высокой платформе, что ли? Смотри, прикольно. Мы сколько играем, и вот она, этот, та самая винтовка, которую я тебе читал, там, зачитывал. Ну да. Так мы вот отсюда спрыгнули. До сих пор валяется. Мы отсюда прыгали вниз, и там зачищали один из этих, один из флагов. Так. Ой, там еще кого-то. Еще многих там вижу, нифига себе. Да ладно. Так. Фиг с ним. Кто там? Я вот не понимаю, как этот до восклицательного знака добраться. Тут квест где-то есть. То ли здесь, то ли вот прямо знака. Наверху. Блин, ненавижу такие игры, где приходится соображать, что почем. Да, вот они могли бы хотя бы поставить это сообщение, типа. Восклицательный знак там. Выше уровнем, ниже уровнем. Где, блин? Вот, вот про это я тебе в прошлый раз и говорил, что вот есть такие карты, когда нарисуют, что, блин, что есть они, что нет, одинаково. Нифига непонятно. Когда уровня карт не нарисовано самого. Так, ну что делать будем? Надо искать. Да ладно, пес с ним. Так. Это все равно какой-то левый квест. Я думаю, все-таки так там где-то либо внутри там где-то, либо в этом. Ну внизу мы смотрели. Снизу, короче, то можно проходить. Снизу-то мы ведь были. Ну там где-то на, видать, на каком-то из этих ярусов можно подниматься. Вот туда углубляться внутрь. Четыре подряд. Четыре хедшота подряд. Сзади, сзади. Сзади. Оу, черт. Паразит маленький, блин. Да какой уж маленький. Ох.
не выдержал. На тебе, падла такая. Ах ты, добивай, блин. Мелкого. Добил, добил. Да, помри. Не родившись заново. Че тут у нас? Я тут никто не любит, фу. Снайперка какая-то. О. Да не, это все фигня. Вот что у нас тут, смотри. Надпись какая. Ну, так это знакомая, Валя. Всем послание, ага, передает. А вот еще видишь, какая надпись? Какая? Крысятина. А, ну это все было. Это все было в предыдущих сериях. Угу. Валя возвращается, блин. 2-0. Смотрите, в кинотеатрах, да? Ну да. Смотрите везде, где сможете увидеть. Не, слушай, смотри, вот она как будто переговаривается с ним. Да это запись. Запись их разговоров. Я нахожу эти записи эхо. Понятно, ну ладно. Так, друзья, наверное, кто-то сейчас возмущаться начал. По поводу. Сейчас, сейчас. Что этот? Нифига, по сюжету не знаю ничего. Хотя играю в игрушку-то. Я вообще не читаю титры вот эти, так что... С меня спрос. Как так, гуся вода. Ладно, в любом случае, пора закругляться. Мы с вами прощаемся. Окей. Надеемся, вам интересно это смотреть. И вы ловите какой-то фан от всего этого. А продолжение будет в следующей серии. До связи.